Добрый день, уважаемые зрители, по ту сторону экрана. Сегодня у нас полуфинал 6-го сезона Лиги Магнитка. И, наконец-то, я могу сказать заветные три слова. Мы начинаем КВН. Полуфинал Лиги КВН «Магнитка» прошел на сцене Карагандинского индустриального университета. За выход в финал боролись 5 команд из Караганды, Балхаша и Темиртау. Победители сегодняшней игры, они пройдут в финал. Финал сезона, где мы разыграем чемпионское звание и денежные призы, кубки, медали. Искрометный юмор, уверенность на сцене и актуальные шутки. КВНщики вернулись на сцену после летнего отпуска. Однако это не помешало юмористам качественно продемонстрировать публике свои выступления. Я провела лето у бабушки. Смотрела мужское и женское. И как в школу пошла? Да, скучно. Ни одной беременной. Но может быть. Не считает физрука. По итогам игры место в финале удостоились 3 команды. Мирные жители города Караганды, темиртауская команда КВН «Баламуты» и юмористы команды «По факту». Юлия Исланова и Дмитрий Косыгин. Новости Темиртау.